Очень важную как в турнирном, так и в психологическом моменте победу одержал мини-футбольный клуб «Орхим». В Подмосковье встречались с якутской «Зарей». И хоть матч для нас был выездной, сложилось впечатление, что нижегородцы играли дома. Химики доминировали по всем позициям, лишь иногда отдавая инициативу хозяевам площадки. В отчетном матче хороши были все. И полевые игроки, и вратарь Сергей Рябинин, и, конечно же, главный тренер Рашид Камалетдинов. Он тактически переиграл своего оппонента. Нижегородцы связали по рукам и ногам лидеров «Зарей» Янника и Матицына. В итоге эти игроки ничего сделать не смогли, а вот гости отметили сразу двумя хит-триками в исполнении Дмитрия Смородина и Максима Серебрякова. Причем гол последнего за 10 секунд до перерыва вполне может стать лучшим по итогам всего турнира высшей лиги. Телегин длинным пасом нашел Максима. Тот мяч принял, обработал, финтом Зидана обыграл защитника «Зари» и после этой улитки пяткой отправил мяч в ближний угол. Ну а окончательным счетом этого матча стали такие приятные 7-2 в пользу нижегородцев. Помимо озвученных хет-триков, еще один гол «Заре» забил Дмитрий Зайцев. В итоге гонка за попадание в плей-офф продолжается.